Здравствуйте, Луганск. Сегодня 31 октября. Посмотрите, что делается на улице. Дождь, ветер сильнейший и идет снег. Первый снег в Луганске. Дети играют в футбол. Снег их им нипочем. Погода, конечно, ну очень-очень хорошая. Ветер гудит, все гудит. Это вид из окна. Вот такой пейзаж получается. Бррр, как же холодно. Листья летят с деревьев. И снег, и листья, и дождь. Все сразу. Да, погодка не из приятных. Только сидеть дома, в теплой квартире. Хлопья прямо огромные летят, снега, вперемешку с листьями.